как происходит корректировка коммунальных платежей за отопление, кто и как ее осуществляет, ремонт кровель, какие дома в Самаре будут отремонтированы в первую очередь, рейтинг управляющих компаний, как выбрать добросовестную УК. Смотрите 29 марта в прямом эфире 18.15 программу «Город С». Гость в студии Виктор Часовских, руководитель регионального центра ЖКХ «Контроль».